Ребят, у нас уже вечер. Короче, что делаю? Поставила тесто на хлеб. Хочу хлеб постряпать свежий детям. И делаю тесто на кексики. У меня было сливки недопитые, полстакана. Боюсь, что испортится. Потом сметана была недопитая, полбаночки. И творога зернистого недоеденный был тоже. Что на? Господи, на. И решила кексики сделать. Получается тесто с третиком зерновым творогом. Видите, там прям кусочки видно зернового творога. И будет вкуснятина. Сейчас хорошо вымешу и поставим с вами кексики сделаем. Деткам нравятся кексики, они любят. Они бы эти кексики, наверное, каждый день бы ели. Но ни с чего кексики. На простой воде же кексики тоже не сделаешь. Ну, а все равно или сметанку, или творожочек, что-то такое. Не, можно, конечно, и на воде сделать. Но... Ребят, это не то, не вкусно. Я люблю вообще стряпать, когда есть из чего. А если не из чего стряпать, то и настроения нет для стряпания. Поэтому вот так вот. Творог не доели, он уже по вкусу какой-то немножко кисловатый стал. Ну, сейчас забацаем, постряпаем. Дети что-то не доели творожочек. Поэтому вот так вот. Все, тесто готово. Сейчас достану формочки. И будем делать. И плюс еще вот хлеб поставила тесто. Так что вот так. Оксана сегодня со школы пришла с травмой. Ногу повредила. Там, говорит, через что-то прыгали, она не перепрыгнула. И получилось так, что ногой стукнулась о бордюр железный. Ну, о трубу железную. Мне Катя позвонила, сказала, мама, Оксана что-то с ногой сделала. Так что вот так вот. Так. Ни дня без приключений дети у меня не могут жить. Так, блокнот убираем. У меня рецепты я записываю в блокнотик. На какой-то красивый блокнот купить мне. Иногда мои подписчики дают хорошие рецепты. А то я то в одну тетрадку запишу, то в другую. Надо купить красивый блокнот специально для рецептов. О, какой-то... Смотрите, ребят, какое тесто получилось. С зернистым творогом. Вкуснятина будет. Сейчас, короче, включу духовку, поставлю выпекать. Так что вот так и пойду с Оксаной, пока у меня будет первая партия выпекаться, пойду с Оксаной делать математику. А потом русский. Так что вот так вот. Тут салфетки на краю стоят. Ладно, ребят, всем хорошего вечера. Так, вот так вот разложила я кексики. У меня, видите, силиконовых формочек не хватает. Все хочу докупить себе. И вот нашла еще бумажные двойные. Сделала между силиконовыми. Подожди, Ванечка. Хорошо, твои любимые кексики. Видите, Ваня приходит, говорит, как много кексиков будет. И вот, короче, решила вот так вот сделать. Видите, я боюсь, что они растекутся, но посмотрим, что получится. Вот эти вот формы-то хорошо держат, а другие нет. Но у меня тут еще есть вот такие вот. Потом будем их делать, короче говоря. А, все, формочки купить много разных. Все намереваюсь купить, и все никак не могу. Ладно, отправляю в духовку первую партию выпекаться. Так, мои хорошие, первые кексики уже испеклись. Вот такие вот получились. Сейчас попробую разломить. Ну, вот как всегда, в одной рукой, да? А, какие мягенькие. Вот такие вот, короче говоря, кексы с творожочком. И вот здесь вот у меня еще в бумажках тоже, видите, получились такие кексики. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Так, ребята, короче, испекла я все кексики. Вот, ой, извините, смотрю, что показываю. Вот столько вот еще осталось. Но еще не все ели. Я вот так вот крышки, видите, накрываю. Хотя можно и так. Но я вот так вот делаю, чтобы воздух туда попадал. И испекла, ребятки, я хлеб. Но у меня еще стряпается. Это вот сейчас только я достала. Такие вот две булочки хлеба. Сегодня что-то не очень поднялся. Быстро-быстро что-то все и... Ну, ничего страшного, он все равно такой же вкусный. Всем доброе утро. У нас погода непредсказуемая. Вчера был гололед. Все таяло. Ходить невозможно было. Сегодня снега по колено выпало. А дуреть не встать, да, Маша? Зима вообще уходить не хочет. Ну, ё-моё. Да
Тайсон, доброе утро, мой хороший. Доброе утро, мое солнышко. А Тайсон, наоборот, нравится такая погода. Он прям балдеет, да, Тайсон? Да ты мой хороший. Да, хороший, конечно, хороший. Все, всем хорошего дня и настроения. Так, ребята, всем еще раз здрасте. Мы сейчас с Машенькой бежим вот в это здание на спирографию. А потом я уйду на учебу, а Маша уедет домой. Так что вот такие вот дела. Ладно, некогда мне. Бежим, бежим, бегом. Так, мои хорошие. Короче говоря, пеку хлеб. Приехала с города, поставила тесто. Потом сходила в садик, забрала ребятишек. Ваня! Катя, перестань его донимать, пожалуйста. Вот эта Катя, она противная. Она всех, что вот Катя, что Маша, одинаковый характер. Что Маша любит донимать, что Катя любит донимать. Короче говоря, хлеб пеку. От вчерашнего хлеба у меня вот все, что осталось. Вчера 4 булки пекла. Вот такой вот у меня в разрезе хлеб. Тесто еще стоит. 2 булки поставила и 2 булки спекла. Ну, в общей сложности, ну, булок на 6 у меня выйдет. Сейчас покажу, какой сегодня хлебушек получился. Так, ребят, ну вот это вчерашний. Видите, у меня хлебушек. Это вот уже сегодняшний. Вот он горячий еще. Видите, дым идет, пар. А то мне написали, да это не она стряпает, а я, это, мол, это покупает такой. Нет, ребят, у меня формы есть. Такие вот, все. Пусть немножко, видите, задержалась с Оксаной, с уроками немножко и забыла про хлеб. Верхушка поджарилась, но внизу все хорошо. Вон какой пар идет снизу. Все, пусть дальше остывает. В целом, затопила печку. Сейчас будем варить суп, сварю. И кашу. Посмотри, там гречка есть, нет, в шкафу. Нет. Совсем мало, да, на, посмотрите, есть, нет, гречка. Гречную кашу хотела, так, с мясом. А там ее на полкружечки гречки-то всего. О, Света гуляет у нас. У нас снег все еще идет, представляете? Снег и идет. И давно она с ребятами гуляет, с девчонками опять. Так что вот такие вот дела у нас. Сейчас будем что-то готовить, что-то будем это. Если интересно, оставайтесь со мной, сейчас покажу, что приготовлю. Так, мои хорошие, пока буду картошку чистить, хотела вот о чем поговорить. Меня спрашивали, Настя, вот на других каналах почему-то говорят, что можно, как бы, монетизацию, короче говоря, не отключили. Да, ребят, монетизацию не отключили, отключили рекламу, от которой шел и заработок. Сейчас монетизация, она все еще есть, но наш в России, короче говоря, не смогут смотреть рекламу, за которую мы получали бы деньги. А с других стран могут. И еще, извините, дети отвлекли, но в целом, короче говоря, с других стран рекламу могут смотреть. Говорят, еще можно через VPN или как-то так, короче, какую-то программу скачивать, устанавливать. И там устанавливается якобы другой город, и тогда тоже рекламу они могут у меня смотреть. Но я не знаю, действует это или нет. Я не проверяла и проверять как бы не собираюсь. Сейчас монетизация идет от просмотров. Просто от количества просмотров. Чем больше просмотров, тем больше заработка. Я так поняла. Если я не права, то вы напишите мне. Ну, вот как-то так. Сейчас чищу картошку. Картошка уже мелкая вся осталась, поэтому приходится мелкую чистить. Ну ничего. И это тоже хорошо. Картошку, морковку, суп сварю. Дети спросили, говорю, с чем вам суп варить? Со спагеттими или с рисом? Или какой? Все спагетти! Ну, спагетти так спагетти. И кашу. Там немножко гречки есть. И добавлю рис. Рис с гречкой вместе сделаю. Каша дружба. С мясом. Морковку, лучок. И вот кашу сделаю еще. Вот и все. А, еще кисель достал. У меня киселя совсем, кстати, мало осталось. А сейчас кисель такой дорогущий. Я на разновес когда-то еще покупала. Большую пачку я брала на 10 килограмм. И вот дети его редко пьют, но вот любят кисель. Сегодня попросили кисель приготовить, поэтому буду кисель варить. Сахар заканчивается. Надеюсь, до зарплаты как-то дотянуть. До зарплаты. Фу, бля, все привыкли до зарплаты. До денег дотянуть как-то, как придут деньги, чтобы
Да, за интернет заплатила. Я заняла денежку и заплатила. Потому что если интернета не будет, то и дети не смогут уроки делать. Мобильного у меня интернета нет, к сожалению. Я в этом месяце не вложилась на мобильный интернет. Поэтому мне надо было такой интернет оплатить. Я у одного спросила, денег нет. Второго спросила, денег нету. Ну, нашла, слава богу, все нашла, оплатила. Потому что иначе как бы у меня дети учились. Электронный дневник нужен. Ну, все в порядке. Ладно, мои хорошие, буду дальше чистить хлебушек. У меня дальше пекется. Будем варить суп. Погода у нас, конечно, ужасная. Сегодня опять метет. Ой, одним словом, полный кошмар. Как-то так. Все будет хорошо. Надо надеяться на это и на свои силы. Больше ни на что. На днях покажу вам обязательно рассаду, как у меня рассада, какая вообще у меня есть. И еще кое-что мне надо посадить из рассады. Так что, вот так вот. Ладно, мои хорошие, чищу, продолжаю.